Я тут печенька. Я буду не печенька, я буду луной давай. Последнего человека-то добери. Блять, я написал, подожди, не еби мне мозгу. Сейчас я расставлю метки. Кого надо? ДД, хила? Хила? Желательно ДЦ-шку. В идеале. ДЦ-шку. Джанг, тебе два правых заливаем сначала Олма. Ой. А что надо, хил или ДД? ДД, ой, хил. ДЦ-шка желательно, в идеале. Нету ДЦ-шки, ну грустно. Спасибо, Поджик, за кольцо. Череп вливаем под Геру, бурстом убиваем. Так, что еще? Дискорд ты линканул, да? Хан, ты здесь? Дися уже залетел? Мне Холи Прист 29 пишет. Ага, отлично. Ну, ЛК фласки обязательное условие для шмота. Если ты хочешь его не только посмотреть, но в случае чего паралять, то ЛК фласк. Тебя. Ну, собственно, Трини по типу хребта ролят. Да все прочитали все люди, что ты? Ну я озвучиваю, мне не страшно. Да нахера, блядь, быстрее, блядь, с бафом сюда поехал. Блядь, не выебывайся, это не рейл. Ладно. Зря бы канул. В своем рейде командовать будешь. Это просто проверка на адекватность. Люди даже не читают правила. О, если 50 к духу сакет. Это круто. Дай ей, пожалуйста, снова правила. Пусть прочитает. Да, и пуляем через секунду, как только я дал. Не, не надо. Я еще рыбку не поставил. Бафа даем. Сейчас я рыбку поставлю. Но скейка АФК. Да, его забейте. Это он не может зайти сюда. Ну, не рестор, а как не рестор, а чё? Так, рыбку ставлю. Возле луны рыба. На ней жопа, пожалуйста, садиться не надо. Так. Роли на танках хулиган, друид, роли на хила. Давай, тоже. Хила. Там делать не больше ничего на танк. Все. На пул, на квадрат. Так, он будет сейчас. Заливаем череп. Танкует его, собственно, квадрат, все там. Убиваем быстро под Геру. Квадрат. Сначала ДК сдаешь свои сейвы. Соответственно, зеленка, потом незыбка или наоборот, неважно, тебе виднее. Мне написали, блядь, чего? Вон человек пишет. Все в чат уже и пишут. Да, пишут. Гук, ты забираешь короля. Ты ешь печеньки. Ой, печенька. Король. Я забираю двух дальних. А, собственно, на этом, наверное, все. Ничего не забыл. А, вроде ничего не забыл. Бафы все имеются. Давайте на готовность проверим. Кому что не хватает? Нет настоя. Бахни фласку. Не забудьте, ребят. Я проверить проверю. Не переживайте. Время пула. Прист, который хил. Покушать рыбку сзади. Затыкали, или есть? Нет, она сзади, вот, возле луны стоит. Кушай. Единственное, без еды. Все остальные уже и выпили фласки, и покушали. Сейчас тебя ждем только и пуляем. Сейчас покушаю. Все, готово, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Я не побухал. Ну и проблем. РБЛ, давай. Геру. Репоты. Щиток хороший, смотрите. Я не вижу там нихуя. Ну, блядь, я вижу только ебал этих двух боссов. Да, где мой ДПС сильный? Второго, ты агри этого, кроша, почему умирает Рогова?
Аркрай, дай БР по роге. Охота. Жанки. Щит, диспельте щит. Он сам с ним. Дайте будет. Быстро ребаф, пожалуйста. Каску, кулак, не знаю, по рогу. Каску дал. Спасибо. Кулак нам, надеюсь, дадут. Блять, это там хули забыл. Ебанутый, что ли? Наша пруна. Страшно, Джанг сейчас наберет играл. Даже в таком состоянии могу оторвать. В каком? Бухом? На курином? О, агро, блять. Да я не бухал, что-то мне на работу завтра. Абсолютно. Джанг, как убьете, подходишь, таунтишь, вытягиваешь любого, вообще не принципиально. Какой тебе понравится. Ой, забирай. Оба сначала затаунтить его. Охуй, забегайте, бейте. Yes, дети. Ну вот череп выведу. Выводи, выводи потихоньку. Ну, пораскидывала. По 700 просто крипую по нему, блядь, с палки. Наебись. Балка, значит, огонь. Кинул палку на 800. Этого забиваю. Вообще огонь. Вообще. Джанг, забирай, все твое, я пойду отсюда. Мне тут хорошо. Так, гроза ебата, я попиздил. Я тебя набрал чуть-чуть. Я пошел. Я тебя наберу. Я пойду к Палу, там говорят заебато. Коба ухает. О, вижу. Я секунду три назад нажал бухнуть. Мажешься, мажешься. Вихрь сейчас будет, не подбегайте мелики после того, как убьете. Ждете. РДД только бьет. Только РДД. Ну, бля, ты ж, манки, сейчас ебало тебя оторвет. Не подамажешь. Вон нахуй. Мы побежали бить. Сейчас кого догоню еще чуть-чуть. Ну, смотри, мага повезло. Можно было и в кобру. Вихрь, побить. Вихрь, отбежали, отбежали. Сейчас будет вихрь. Хули ты мне ДБМ пиздишь? Монки, ты следующий, бля. Аккуратно, ждите. О, нахер. Хант улетел. Ну же раньше Берса вихрь кастовал, что ему теперь мешает? О, Войд получил пиздов. Я тут сверху нихуя заебись стою, блин. Сверху всегда лучше. А, заебись, только сундук зря залутали. Я тут спрыгнул, тут какой-то череп. О, смотрите. Что-то сочное выпало. Что там, чупа-чупс? Давно молот не пал. Чупа-чупс. О, жбух, смотри, какой заебатый ролл. Это прям 10 из 10. Че, все? Хулиган. Чупа-чупс, ну, да. Ты как, не знаю. Он силовой. Разве носит дроли силовой? Ну, носит, но я не... Ну, он тупо ради сакетов. Нет, как... дроли не носит силовые. Там же с ловкостью им дает. Чего?
Скажи, да? Скажи любой ник медведя, я посмотрю, может, чтоб не пиздеть. Не, не, как я бы у всех медведей видел. Можно это... как бы носить, да. Это этот? Чисто носить можно, ты хер чё с этим поспоришь. Ну, как перерождение бы... гангрены? Да, не, не почему. Сила ему дает, силу атаки дает, да, конечно, ну не дает уклонение крита. Ну, я тут хер чё могу поспорить, он рулет на танка. Я бы, конечно, это вместе с Буху отдал, ну да ладно. Ролл. Да, ну вы моба заберите, ё-моё. Я разраливаю, не могу, там джанк один. Нету фолога с ловкостью. Два этих. А, подожди, не туда посмотрел, наебал. Сейчас. Ну, если кому. Это, ну, судя по всему, никому не надо. Воин, жрец, друид, ролл. Флешка. Я себе залетел, прист. Ну, фолок сейчас не в том спеке. Тебе надо, Жень? Да, надо. Ну так. Воин, жрец, друид, что? Ни одному воину не надо, он с воином. Нету, у нас вара ни одного. Пристанет, да, а да, это присто нету, я пристаю. Хорошо, я же уточнил. Что ты до меня доебался? Ну, хулиган, я посмотрел, говорю, что нету того человека, этого посоха. Типа тебе просто ловкость дает и силу атаки, и крит, а сила только силу дает. Ну да, ну три сакета. Ну, да, говорю. Это все хуйня, у тебя нивелируется, крита слишком много теряешь. Ты представляешь, сколько у тебя со 150 дает крита? Процента, наверное, 2.5 или даже 3. У тебя никакой сакет это не нивелирует. Ну, жбух все равно ФДК. Поэтому... Да, тут дело не в том, что выпадет или нет, просто это как ретрики на РП ролик, типа, ну, тоже глупо. Да, дает РП что-то, ну и что? Парижа, вставай, тут резать будет дольше, мы быстрее забьем следующих мобов. Если есть какой-то другой чел туповый, я посмотрю его, типа, без проблем. Ну, в Бладе, ты, ну, действительно ему много даст. Монки, ты на правом, вот на черепе. А, Анзай на втором на второго жреца сядь, пожалуйста. Нет, да даже на мишку носит с ловкостью. Конечно. Тебе ловкость даст уклонение, тебе ловкость даст крит, а крит это даст тебе выживаемость. Ну, я говорю, тебе скажи ники, я тебе я посмотрю без проблем. Просто хулиган зашел, он не в том спеке. Ой, хулиган. Фол. Оно берется только если нету нормальной пухи. Только если никому тебя... не надо. Да, если у тебя 200-е, можно взять чисто для стамины. Ну, а так смысла нет. Ну, конечно, да, 200-е сравнивать это вообще бред. Я ее брал с быстрого старта на мишку. Ну, как бы, я в следующий раз напишу правило, что не ролят силу. Но это глупо. Так как ханты будут ролить, блядь, силой в ручку. Но она же дает в миллизоне ему силу атаки. Там чистые застанины, блядь, стамобот. Ну, бля, здесь у друида нет вариантов, как быть стамоботом. Вообще никакого. Ну, агро-то как-то надо набирать. Он набирает агро вообще за счет тупо имеющегося шмота и на пулу. Мишка танчит талом и поглощение. Я согласен, то, что глифа даст крит, а крит даст поглощение. На пул полностью, весь на пул на квадрат. ДК старается держаться на втором месте по агру. На него на пул не надо давать, он сам по идее наберет. У тебя же 4-4, нет? Нет, да? Ну, надеюсь, сможешь, если что. А, да... А у него 2-4. Я вижу. Отдал и отдал, это хорошо. Не, просто тут вопрос. Пусть они один на пул, ну, что у него отдадут. Да не надо, не надо. Он сходу успеет набрать, а дальше будем смотреть по ситуации. Не буду ради двоих ставить рыбку, ничего страшного. Вокруг босса наберите рейндж. На пулы все в квадрат сдают. После первой притяжки сдадим Геру. В завалах не стойте. Рейндж 10 пропишите. А ДК, ты стоишь у него под на притяжке, ты стоишь под левой рукой, для тебя вот отсюда будет это правая. Ну, соответственно, я с другой стороны. На притяжках мы так и стоим под боссом. Ну, все. Дал хулиган. Лапу, ну, это нормальное решение. Это не то, что я там ущемляю кого-то.
Бля, не та печать нахуй. Монки, успокойся, стопни свой ДПС. Ты сейчас не... Так, Джанки, ты почему так мало агра? Прайся побольше, у тебя там, блядь, перегоняет. Монки, сейчас не успокоишься на форуме, напишем, чтобы порезали шаманы. Да, согласен. Так уже порезали. Еще порезали. Завал. Да, за похуй стоим в завале, вообще поебать, тут копейки. Пока что. На пулу сдавайте по КД. Разбежались, стали. Выжили. Кто сдох, тот плов. Заебись, все выжили. Геру сдали, прохилили. На пулу отдали. Я вообще в танке хули так разваливаюсь. Я там кубов ебашит. Сейчас мы тебя найдем. Посолим. КД уже. Никуда отдавал. На пулы сдавайте. ДК догоняет. Старается. Знаешь, аддон, когда он тебе показывает, на каком месте надо начать кастовать, чтобы с твоим пингом, типа, ты успел вовремя. Так вот, у меня вся строчка красная, блядь. Он говорит, сразу нажимай следующую путь. Джанки, стопни немножко набор. На пул сдайте в квадрат. Понимаешь, что ты сильный. Ничего страшного. 90 где-то 5% держи. Если у тебя оумен есть. До сотки старайся не доходить. Вот уже дошел. Так, локал там охуевает, смотрю по игру. Стать бы до него будет сейчас. И неважно, там два лока. Генерирует чисто агро. Тяжко. Второй раз не притянул. Заебато, разбежались. Тут ебать место вот прям перед его ебалом, позади танков, охуеть. Бля. Коба, сам себя теперь соли. В случае чего ты первый будешь получать по ебалу. Ну, либо наоборот не соли, будешь получать по ебалу. Все справедливо. Ты же любишь нас агро генерировать. Где частичка от хулипала, бля? В упор не вижу. А, все, на ДК. Могли бы и на 7 стаках убить. Сам. Ну, если ты нам сало отменишь. Хорошо. Я как потому паладин своей дланью. Божественно. Монки вообще похуй. Он сейчас эти молнии кидает раз полтора дня. Ему плевать. Ему это теперь сало... с ротацией хоть начал справляться наконец. Не говори. Комонки молчит, можно на него пиздить. О, сейчас экзекут фаза пошла. Упала в плюс одна кнопка. В смысле больше, чем одна? Они сейчас чисто молотками будут закидывать босса. Себе представь, рейд 25 паладинов, просто прикинь, ты стоишь, босс, тебе 25 молотков ебало прилетает. Сам бы ты чисто... завали. Сайба. Чисто лицо. Выходите из завала. Рога. Не получай урон, не напрягай слов. Альфа-тестер, скинь бабло, Сайба. Зачем? Ну, блядь, что тебе жалко? Во-первых, бабл сакра, а не бабл салё. Во-вторых, нормально. Ой, да живу. Похуй, пусть будет. Я живу. Танка. Я сейчас, у меня еще свои прожинки есть. Блядь, разбежались. Блядь, Салан, ты чё?
Ну, пизда у нас престу. Смотри, выжил, охуеть. Какой прист? Ну, который хил. Да. Убили. Что у нас тут? У нас тут нихуя интересного. А, не, все равно умер. Воротник Чагала, башка тканевая. С меткостью. Ролят РДД. Коневые. Для начала. Никому не надо. Да? Никому. Кони не надо. Все, кожа. Кольчуга может ролить. Канзай, это канзай. А, яструб. Ну, тут сорян. Почему? Он тоже элем. Ну, я же сказал, могут кожа, кольчуг. Да, они оба элем. Да-да-да, они оба элема. Перекен. Вара нету, да? А, фу, у нас роги есть. Роги, рольте. Не, есть такое. Там еще два роги, я помню. Мне никому из рогов не надо, да? На распыл рольте. Жень, тут ролл, расчар. О, о, сука. Ты смотри, быстрее. Перерольте. Давайте вдаем быстренько. 15.39, держи. Поджик думает, да ёба народ, нахуй ты ему сказал. Где вообще? О, нашел тебя. Паладин, разбойник, шаман, тэшка. Ролл. Два. Гоблин, что такое? Я два лука. Ганнибал. Два. Да, Ганнибал, ты где? Да надо вообще, у тебя нету? Я не помню, писал что-нибудь. Эти бейте. Уже кто-то скринил. Тут ничего не писал. Ну, у него-то девятый. Ну, значит, надо. Как бы я ничего не могу сказать, может, он хочет 4-4. А тут я хер прикопаюсь. Может, он хочет поменять, как вы любите. У меня там есть поножи. Или что, значит, надену такое-то. Ему виднее. Я, наверное... Магика сейчас с вами убью, и мне придется отколоться. Наверное, Онию сами завалить. Хуя себе, ты молодец. Да, он есть. Началось. Отойти надо, ты как раз вернулся. Рыл, сука, блядь. Не говори. О, надо пингануться. Ты КВшки отыграл на вилке? Да нет, похуй вообще. Там заебатая КВшка. На первый день. Там защита висит, похуй, можно хоть завтра отыграть. Да могут сломать. С чего бы защита висит первый день? А, да? Да. Че, я на гуке спекаюсь в танк, на этом постою. А мы сейчас кинем ролл, у кого меньше всего ролл, тот танкует босса. Давай, кидаем все танки ролл. О, блядь. Я танкую босса. Это заебись. Такой хороший ролл сейчас, блядь, отброшу по-любому. Давай. Да, конечно. Хороший ролл. Ну ничего страшного. Ролл это штука такая. Если ты хорошенько помолишься богу рандома, можно дважды сотку выкинуть подряд. Ну угу. Не раз выкидывал. Тебе... Да, в таком случае надо репорты кидать. Ну. Да не. Ебать. Да. Видишь, я танкую босса. Джанки и ты кубики. Все, давайте, маги, локи у нас есть? Лок. Один. Ты танкуешь босса? А? Ты танкуешь босса? Да, у меня меньше всех. Я же тут буду страдать. Так, ну я тогда на это. На кубик. Паладин измеряет ролл. Чем меньше ролл, тем ближе к богу, да? Очередь. Кобот он два кинул, ну вот. Да-да-да. Заходите внутрь, ставьте шкаф, где там локи наши, любимые. Кафоноски.
Локал, тебя суманули. Давай. Кубоб. Ждал, как у меня заебатый пинг. Ты куда-то его линканул? Дискорд. Дайте еще Дискорд заходить. Живое видео, сука. Как сейчас смотреть, блядь? Что это означает просто? Как живое это... видео. Ну, вебкам модели, я не знаю. Привет, пропал. Ну, если что, убьем 24 тела, Аркрайт. Если ты слышишь, ты как бы, ну, 24 человека одного не ждут. Так. А, он вышел, да? Вышел. Он, наверное, нас не услышит, да? Давай напишу. Может, роутер перегружил в натуре, сейчас приду. Да вот ему его вчистить. Славья в эльфе. Это знакомое. Где-то я такое слышал. Где-то мемчики, да? Ты хотел сказать, не слышал, а видел? Не, слышал. Хотя, может быть, и видел, где-то читал. По-любому видел. По-любому смотришь с ней видосики. Зачем? Это кто? Только жена не видит, да? А, понял. Вот читал вот так про нее, понял. Ага. Так вот понял. Не, зачем? Жена там человека, уже нет смысла вот это вот все. Неинтересно уже становится. Да. Привет, смонимся на Долоране, что сидим. Сами бы уже долетели. Не, вот, кстати говоря, читал зря. Есть иногда достаточно интересные эротические романы и прочее. Такие. Бля, пикантные. Дедуль, вернись, пожалуйста, туда, к Нафталину, с эротическими рассказами. Да ладно тебе, есть действительно интересно. Угу. Помимо того, что и 18+ контент, есть еще и сюжет. Да, сидишь, читаешь и в голове представляешь, ох, как он. Да, визуальный порно-новелл. Вот в порно сюжета нет. Это грустно. Пошли заливать трэш, чистить. Залетай, Джанг, чё ты? Лужа, давай. Распределитесь, люди. Разбивайте косты. Ну, бля, мобы бегут новые. Коба, верни моба, выруби агро нахуй. Думаешь, я у тебя таунтить не буду? Из огня выбегаю. Я таунтить буду. Ну, я сейчас в фире побегаю за таунчик. Все вы так говорите. Тоже можно. А потом что? Ничего. Ничего. А ничего. Да. Бля, пизда, нахуй. А был бы здесь. Был бы здесь Кейка, я бы попросил бы дать Must Dispel. Это был бы одноразовый урок. Урок? Урок. Короче, у меня еще хуже, я сейчас перезагрузил урок. Ну все, ты сам виноват. Согласен. Ты знаешь, как принцип айтишника, пока работает, не трожь. Это ж самое. Направо идем, заливаем троих. Да. Забитая 100 мегабитка работает, не будем на гигабитку менять, нахуй. Нихуя, конечно. Гигабит нихуя не меняет. Да что за нанотехнологии, блядь, в мое время такого не было. На Ethernet'е вся сеть сидит, блядь, не будем на оптику менять, иди нахуй. Нахуй? Какой Ethernet, блядь? И на 100 мегабитки, да, медяху, блядь, причем это, две жилы, хватит. Понюхать интернет, блядь. Идет нормально. Да, мне в институте заходить не хочет, сука, мне не прогрузил. Да и проблема. Идем до босса, остальные там сами прибегут. А, он уже идет там моб один. Добиваем этого, идем пиздить. Потихо. Короче, я воткнулся в инсту, жду. Давай. Ну я тебя на куб явно ставить не стану. О, давай на куб.
Не, спасибо, у меня и так время ограничено. Сейчас, если не убиваем с первого раза, мне придется и уходить. Ты спать, что ли? Нет, конечно. Время детское. А что, не хотите потом кто-нибудь их 10 закрыть быстренько? Ну, чисто новичкам помочь я просто хочу. Когда чисто проебал его это, подпивас. Надо было на ИВК, блядь, брать. Какой подпивас, я пивас не пил, что я, блядь, жрал пиццу и курил кальян, нормальный человек. Почти. О, Коба оторвал. Ты думал, я в метку буду бить? Нет, конечно. Наказан. Ебать! Знаешь, что сейчас было? Я, короче, влетел на маунте в инсту, нихуя не сработало. Ну, я и полетел летать по запределью. И сижу я такой на арене, и у меня в инсту, блядь, загружается. Заебись. Порвало тебя. Как тебе такое, сука? Это повод снимать новый Интерстеллар. У нас два танка на кубы и еще три человечка плюсики в чат. Монки. Ты не считаешься? Сука, блядь. Бля, Монки, ты, я помню, что ты тоже говоришь, что у тебя лагает. Сейчас нормально? Альфа-тестер. Норм, хорошо. Я обновлю прото сейчас. Монки, альфа-тестер. Охуйня, 9000. Еще один я плюсик. Могу... Я сейчас по ДПСу буду смотреть, если желающих не будет. О, я там как раз в конце. Понятно. Что, не будет плюсика? Ну, люди, давайте, уверены в себе, что потом без вайпа, без проблем. Закидывай. Охота, хорошо, все хорошо. Кейка поставь, Аркрайта, ебать. Не бесит меня. Так, Джанки, давай, я тебе здесь квадрат. Ой, сейчас, секунду, я все выставлю. Он не даст сейчас выставить все. Так, Гук, поддержи себе звезду. Звезда вот здесь. Так, Монки, ты где? Печенька. Чеченька ты будешь. Давай. Да не шути про чеченцев, ебать, это извиняться придется. Альфа-тестер, альфа-тестер, где ты? Эстер, трусы. Сейчас глифа к хулигану придется. Трусах. Прых. Прых. Что делать? Сейчас все расскажу. Не переживай. И кто там последняя охота? Темная или светлая? Ну, надеюсь, конечно же, темная. Это я не очень люблю. Это будешь крест. Охота крепкая. Красная. Крепкая, красная, черная, да. А люди, которые стоят, собственно, на метках, на люди, которые, на которых метка, это, собственно, метки на полу, это ваши кубы. Я надеюсь, вы уже знаете, там ничего объяснять не надо. Для тех людей, которые здесь не были. Под жопой босса, под ебалом босса стоять нельзя. Сейчас мы агрим трэш, заливаем сначала трэш, сводим в кучу, заливаем. После этого активируется босс спустя какое-то время. Бафаемся пока что. Собственно, две вещи. Стоять сбоку, люди прожимаются под кубы. Вот остальные ДД могут тупо дамажить. Когда вам скажут отойти к стенам и прожаться на сливы, вы отходите к стене, ну, магу нечего прожимать, просто стоишь дамажишь. Паладины 50 на 50, ДК не зыбку и так далее. Сколько у нас ДК? Два ДКшника, да, сдадут бомжей. Так, собственно, да. Нет бафа еды. Я давай я поставлю рыбку. Сзади сейчас рыбка. Три слава запаса. Тераторка танкует босса. Я поставлю. Пока веду босса, бьют только, сдаются на пулы. Никто не бьет. Прист. Давай ты останешься на... Ну, будешь хилить кубы. Отходишь, стоишь возле луны, когда стартуется босс. Возле луны остаешься и хилишь, соответственно, луну, звезду и печеньку.
Услышал? Все отлично. А, также охота, ты сбиваешь вот своему кресту косты. Косты, собственно, шадоу болта. Монки, ты своей же метки сбиваешь. Джанг, ты сбиваешь своей метки. Что у нас еще остается? У нас остается Анзай. Анзай, позбивай, пожалуйста, звезде. Звезде. И жбух, да, остается. Жбух позбивай, пожалуйста, трусам. Вроде все метки, да, раскидал? Вроде все. А, бомжи сдаем первых только, когда сводим в кучу. Именно все собрались в кучу. Первый дает жбух, второй дает джанки. Все, сдаем кучу на готовность. Что-то пиздят. Проверка, все. Приготовили джанки. Собственно, да. Да. 2-1. Что началось? Ничего не началось. Просто сбиваем своим. Сводим в кучу. Жбуха дал голему. О, блядь, бомжи ебать. Големов тоже можешь отдать. Слабо на голему. Никуда заебал. Успокойся. Кто-нибудь. Собственно, да. Я пары бомжи отдали. Джанки, отдавай. Ты давно Валера не ралил, да? Вообще пиздец. Я так привык. Заметно, кстати. С тобой так удобно, что я уже забыл, что такое рейли. Охуенно. Мне нравится. Раз в год можно и меня засейвить. Да, согласен. Раз в год и палка стреляет. У нас хуёво, что умирает. Один да человек. Я боб отдам на рога. Вообще похуй, что не умер. Нехуй нахуй срывать игру. Да, мне съебаться хочешь страть. Нехуй нахуй. Нехуй нахуй. Я сейчас фернул, мне похуй. Жень, рейснишь приста? Похуй да. Нахуй. Похуй. Думаешь, успею? 50 секунд. Собственно. Бля, там чуть локу ебало не оторвали. Хорошо, заметили. Ну, блядь, хоть как бы. Коба заебался. По меткам стали? По меткам стали сейчас, что все увидишь, что все стали. Нахуй ты тренера, блядь, троллишь. Он тебе сейчас шмотку не отдаст. Трусы где? Человек на трусах. Трусы у меня. Ну, понятно, трусы. Трусамен, все. Часто говорит, собственно. Собственно, похуй, да. Похуй. Я не обращаю внимания. Будете тролли, я до вас потом доебусь. А у меня мут, блядь, думаю, что я писать не могу, у меня мут. Вот и нехуй. Собственно, похуй. Мотивация босса. У меня тут, блядь, с людьми поговорить не дают. На пулу сдали. Никто не бьет. Отошли. Ой, сорян. Я палкой побью, можно. Ебалка. Дамажим. Сбоку от босса встали все. Чё, Герон, не надо было, надо под первые эти дать. Надо было вообще сдать на этих, на бомжа. Нахуй. Будешь наносить этот? Косты. А то мне, блядь, никто не работает. Его знает, попытаюсь. Собственно, похуй. Я верю в вас. Вообще похуй. После первого отталкивания прошло, забежали. Я просто не вижу. Мне видно только пузо босса. В лучшем случае его брюха. До первого вайпа верит. Люди, которые... Зайдите на кубы. Люди, которые на кубах сейчас. Прожали. Нажимайте. Держите. До 30% здоровья упало, значит, все, можете отпускать. Люди, которые на кубах, не дамажьте, не рискуйте своей жопой. Ваш ДПС наши, ничего наши не изменит. И наши, и ваши. Отошли к стенам. И, собственно, похуй. Собственно, локальный мем. Да, это терновый мем. Собственно. Охота, у тебя дебаф не слетел, ты сейчас может обновиться, уйди с куба. Отойди к стенке. Стойте на кубах, когда вас не просят. Шли к стенке.
Сука, 5 минут еще мут, ебаный стыд. Меня пока лагает, я успеваю что-то написать. Локал, что там? 20 секунд. Ну тогда пух. Вообще пух. Вообще пух. Надо половину играть. Поебать. Блять, все нахуй. Рол прирожденный. Именно. После откидывания на кубы встаньте. На кубы встали. И ждите. Нажали кубы. Жмем. Отлично. Кто не задамажил, тот лох. Ну да, прикинь, у меня 5 стрел вылетает, каждая по 12500. Все точно увеличено намного. Вот, надо рисковать жизни. Вставай какой-то стеночки. Все хорошо будет. Встал, стоишь, ждешь. Чай наливаешь, если он у тебя рядом, возле компа или ноутбука. Может, собственно, ты самоубийцу пытаешься убедить не прыгать? Да, собственно. Как бы похуй, но вот не похуй. Но, собственно, нет. Сколько у тебя там до кубов? 25. Собственно, похуй. А у тебя сколько? У меня бесконечность. У меня 49 и 5 холодного. Холодный? Это хорошо, но это миллиметр, я понял. 10 секунд, на кубы вставайте. Ждем кубы. Охуенно, когда не рылишь. Занимаешься всякой хуйней вообще. Да? Жмем, нажали. Жмем, жмем. Там еще потолок, 9% еще. Бьем, 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 бьем. По локам дайте, пожалуйста, сальву. Вы не охуели. Я кубобу дал. Локлу дайте сальву кто-нибудь. Кубоб где-то с нами ходил. Но он нормально дамажит? Не, где-то с нами был уже, я что-то припоминаю. А-а-а. Сейчас будет потолок. Приготовились, прожаться и вы. Сколько до этого? До куба? 1%. 30 миллисекунд. Миллисекунд, заебись. Ну и где? Стягивай. Ну, еще рано. Теперь стягивай. Поздно. Нормально. Сейчас будет только... О, а нахуй ты, в смысле ты стянул? А, стянул, да. Кубам подошли, приготовились. Просто зачем ты 50 на 50 тыкаешь? У тебя же там твоя стяжка снижает, они разве стакаются? На кубы вставайте. Я по себе снижаю урон, она больше дает. 50% против 20. Лучше по очереди жмакать, не? Нет. Тебя потому что действует 10 секунд стяжка, а по тебе снижение урона только 6 секунд. Ты лучше 6 секунд прошло, и я потом так... Нажали. Не пизди, я так по себе снижаю урон, и мне меньше прилетает. И она так, видишь, если по мне много урона влетает, то массакра сбрасывается с меня. Но я имею в виду, они стакаются, эти 50 плюс 20 или нет? Нет. Собственно, похуй. Собственно, похуй. Я тут познаю прожимки просто, чтобы, блядь, на копыте сдавать. Правильно. Собственно, похуй на копыте. Блять, вы копыта не травили, да? Нет, будем сейчас травить. Я рано заебашил за БДК-тами. Да рано это все могут, вот ты копыта убей. Ебать. Я охуел, когда мы убили. Сколько до кубов? Да, пацан. Уже нисколько, уже на мужика. Уже, собственно, похуй. Арана, ну как только убьем копыта, так сразу арана. Мы уже набили копыта, надо... О, глифа, кстати, этому выпало хулигану. О, мешочек. Мешок. Да, сколько там мут у меня? Все, еще? Да, мешок. Ну, да. Сейчас у меня мут слетит. Мешок? Не, хулиган 97. Где 97. Я там? Альфа 99, 100, гук. Ну, перераливайте вдвоем. А, них есть. Ёбаный в рот, вот нахуй мне вот. Гук. Альфа тестер, еще раз. Тестер 86. Гук. Гук, 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 гук. Два. А. Где я? Я не вижу, вот 43. Ну, тут альфа-тестер забрал. Так и...